Журналист BoxingNews24.com Джим Дауэр допускает, что Сауль Альварес не будет торопиться со вторым боем с Геннадием Головкиным. Единственная причина, по которой Канело может отказаться от реванша с Головкиным прямо сейчас, это чтобы он еще немного помариновался. У него будет возможность встретиться с победителем боя Билли Джо Сондерс Давид Линье, который оспорит титул WBO. Бой с победителем этого поединка не станет для Альвареса большим пейдеем, но зато у него будет пояс. А это значит, что реванш может стать еще больше, чем сейчас. Возможно, для него пока слишком рано, нужно время для его раскрутки. Бой Мейвезер-Пакьяо мариновался 6 лет, но в конечном счете оба боксера получили огромные суммы, пишет автор. Андраде готов драться с Головкиным в первом квартале 2018 года. Экс-чемпион мира в первом среднем весе по версиям WBA и WBO Деметриус Андраде сказал, что готов стать соперником Геннадия Головкина в случае, если у казахстанца сорвется запланированный на май реванш с Саулем Канело Альваресом. Озвучен гонорар Сондерса за бой с Линье. Канадское издание La Soleil назвало гарантированную сумму, на которую может рассчитывать Сондерс в предстоящем поединке с Линье. По информации издания, гонорар чемпиона WBO составит 2 миллиона долларов. Британский чемпион мира во втором среднем весе по версии IBO, Крис Юбэнк-младший заявил, что промоутер Кёла Брука Эдди Хирн намеренно отправил его на убой к Геннадию Головкину. Брук согласился на бой с Головкиным, а затем был избит. Эдди Хирн знал, что это произойдет, но он не беспокоится по-настоящему о своих бойцах. Он беспокоится лишь о себе, может быть, ему и нравятся какие-то боксеры, с которыми он работает, но в конце концов он заботится о том, что для него на первом месте, а это он сам и его семья. Он не всегда будет делать все возможное для своих бойцов. «А мой отец всегда сделает для меня лучшее», — сказал Юбэнк-младший в интервью SquareMile.com. Названа дата возвращения Брука на ринг. Экс-чемпион мира в полусреднем весе 31-летний британец Кёл Брук выйдет на ринг 3 марта 2018 года в родном Шеффилде, Великобритании, на арене Шеффилд Арена. Соперник для Брука на данный момент не определен. Стала известна судейская бригада поединка Ломаченко-Ригандо. Согласно ESPN, сегодня стала известна судейская бригада, которая будет работать на поединке между Василием Ломаченко и Гильермо Ригандо. Рефери поединка станет американец Стив Уиллис. В судейскую бригаду будут входить Стив Уэйсфилд, Глен Фелдман и Кевин Морган. Triple G!